Декоративное уличное покрытие. В современном мире все большее внимание уделяется рациональному использованию и сохранению природных ресурсов. Зеленые насаждения – не исключение. Для их сохранения предлагаются различные решения. Одним из наиболее удобных и недорогих является декоративное уличное покрытие. Покрытие, производимое компанией «Альта Профиль», представляет собой конструкцию, выполненную в виде ячеек, соединенных между собой. Эти решетки изготавливаются из влагостойкого сверхпрочного полимера. Они устойчивы к интенсивным физическим нагрузкам, резким перепадам температур и воздействию ультрафиолета. В ассортименте компании «Альта Профиль» имеется три вида газонных решеток, каждая из которых решает определенную задачу. Но всех их объединяют неоспоримые преимущества. Они защищают газонную траву, предохраняют грунт от повреждения, просты в установке и не требуют ухода. Универсальная решетка – наиболее привычный вид декоративного уличного покрытия. Имея широчайшую область применения, она все чаще встречается на загородных участках. С ее помощью вы можете организовать пространство для отдыха, соорудить игровую площадку, выделить место для хранения дачного инвентаря или оформить ступеньки уличных лестниц. Как вы видите, этот тип решетки довольно гибкий, а значит, его можно укладывать даже на неровную поверхность. Кстати, благодаря гибкости, этот вид покрытия выдерживает довольно большие нагрузки – до 12,5 тонн на квадратный метр. Для укладки вам не потребуется заранее подготавливать пространство. Покрытие принимает форму участка, даже если он очень неровный. Универсальная решетка имеет специальные замки и пазы, соединяя которые, вы получите прочную конструкцию. При необходимости ее можно разобрать, например, на зиму, а весной использовать снова. Монтаж данной решетки не требует особых усилий и знаний. Интуитивно понятная сборка позволит облагородить ваш участок за считанные минуты. Решетка с дополнительным обрамлением. Решетка с дополнительным обрамлением является более жестким элементом декоративного уличного покрытия «Альта Профиль». Благодаря этому вы можете использовать ее даже в зимнее время. Сфера применения данного покрытия также широка. С его помощью вы можете оформить площадки для барбекю, детские площадки, пешеходные и велосипедные дорожки. Благодаря специально разработанной поверхности, решетка является нескользящей и идеально подходит для оформления пространства около бассейна. Покрытие состоит из трех элементов – решетки, бокового обрамления и углового элемента обрамления. Использование бокового обрамления не обязательно. Тем не менее, оно придает всей конструкции законченный вид и облегчает подъем на нее предметов с маленькими колесами, например, газонокосилки или сумки-тележки. Решетка является не только очень прочной, но и жесткой. Ее сложно согнуть благодаря множеству продольных и поперечных ребер жесткости. Соединение элементов происходит посредством стыковки пазов и выступов. Укладка решетки с дополнительным обрамлением не требует больших усилий. Тем не менее, будучи предназначенной для больших нагрузок и круглогодичного использования, покрываемая поверхность должна быть ровной. Решетка усиленная с высоким профилем. Усиленную решетку с высоким профилем также называют решеткой для экопарковки. Предназначена она для организации парковочного пространства около частных домов или административных зданий. Кроме того, возможно их использование для укрепления любых территорий, склонных к заболачиванию и размыванию грунта. Особые ребра жесткости позволяют этому покрытию с легкостью выдерживать массу автомобиля, а штыри в нижней части надежно фиксируют его в грунте, давая возможность избежать смещения. Монтаж усиленной решетки не требует много времени и делится на несколько этапов. Вначале мы выроем небольшой котлован, а затем начнем его заполнять смесями, которые сделают нашу парковку долговечной. На дно необходимо насыпать небольшое количество песка, не более 10 сантиметров. Следующий слой – гравийно-щебневая смесь. На нее мы постелим геотекстиль или другой непроницаемый материал. Затем укладывается слой песчано-гравийной смеси или песка, на который устанавливаются элементы декоративного уличного покрытия. В ячейке решеток вы можете насыпать щебень или землю с семенами газонной травы. Как видите, все довольно просто. Если же говорить подробнее, то подготовка основания – самый важный этап работы, поскольку от него зависит срок службы вашей экопарковки.
Первым делом необходимо разметить площадку под будущую парковку. Постарайтесь, чтобы ее углы были прямыми. Так вам не придется подрезать элементы, подгоняя под размер площадки. Затем необходимо выкопать углубление. Оно должно быть не менее 40 сантиметров. После этого мы начинаем заполнять вырытое пространство. На его дно мы положили около 10 сантиметров песка. Следующий слой – гравийно-щебневая смесь. Именно она является основным слоем и выполняет функцию жесткого основания для экопарковки. Высота гравийно-щебневой смеси должна быть не менее 30 сантиметров. Теперь нам необходимо плотно утрамбовать имеющийся слой. Для этого вы можете использовать виброплиту. Постарайтесь, чтобы в итоге у вас получилось ровное пространство для укладки следующего слоя. Затем обязательно укладывается геотекстильная или любая водонепроницаемая пленка. Она не только предотвратит смешивание слоев, но и будет способствовать циркуляции воздуха и не позволит влаге уйти в землю в случае, если вы решите заполнить ячейки решетки землей и засеять ее газонной травой. Последний, верхний слой экопарковки – песчано-гравийная смесь или песок крупной фракции. Высота этого слоя должна быть не менее 5 сантиметров. Теперь необходимо с помощью виброплиты выровнять верхний слой и постараться его максимально утрамбовать. На этом этап подготовки основания для укладки решетки, усиленной с высоким профилем, завершен. Можно переходить непосредственно к установке решеток. Монтаж декоративного уличного покрытия на подготовленную поверхность – самая простая часть организации парковки на вашем участке. Ровное основание позволяет с легкостью добиться идеально ровной поверхности для стоянки любого автомобиля. Такая парковка выдерживает большие нагрузки – до 25 тонн на 1 квадратный метр. Более того, она прослужит вам не один десяток лет. В процессе укладки решетки важно, чтобы все защелки были зафиксированы между собой. Специальные штыри позволяют зафиксировать элементы в подготовленной поверхности так, чтобы они не имели возможности двигаться. Для того, чтобы обеспечить наиболее прочное крепление элементов между собой, рекомендуется укладывать решетки в шахматном порядке. Но вы можете игнорировать это правило, если выполнили все требования к подготовке поверхности, о которых мы рассказывали выше, и ваша парковка не будет использоваться слишком интенсивно. После того, как решетки установлены, ячейки можно заполнить почвой с семенами газонной травы или цветным щебнем. Второй вариант требует меньше усилий. В пустые ячейки необходимо засыпать мелкий щебень. Этот щебень может быть цветным. Комбинируя разные цвета, вы сможете разделить парковочное пространство для нескольких автомобилей. В этом случае парковку можно использовать сразу. Кроме того, она не потребует дальнейшего ухода и прослужит вам не один десяток лет. Более подробную информацию о декоративном уличном покрытии и других наших материалах вы можете найти на сайте www.altodefisprofil.ru.